Сегодняшний визит команды руководителей фонда моногородов связан с подготовкой наблюдательного совета для принятия окончательного решения о выделении средств федеральных на финансирование индустриального парка «Череповец». Очень важно, что эти проекты действительно являются диверсифицирующими. Они в малой степени завязаны на присутствующие отрасли, либо их дополняют. В первую очередь это фибролитовые плиты, деревообработка, причем обработка низкосортных пород древесины. Вот. И надо сказать, что это очень современная, передовая технология, которая позволит реализовать наши планы по развитию домостроения, дешевого, экономичного в России. Второе – это переработка отходов от фосфогипса. Что может быть лучше, если предприятие встраивается в цепочку, реализует проекты по переработке отходов, которые капиталоемкие, которые над этой проблемой ломают голову и наши корпорации, потому что это сейчас связано с большими затратами. Вот, очень логично. Производство горячекатанной трубы или профиля. То же самое, это металлообработка, дальнейшая переработка металла с добавленной стоимостью. Рынок есть, потребители есть, сырьевые позиции закрываются Северсталью. Все очень логично с учетом размещения производства в Череповце.